сегодня, особенно в Канаде и вообще в Северной Америке, есть стандартные протоколы для лечения тех или иных заболеваний, включая онкологические. Эти протоколы полностью базируются на заключении патолога. То есть если патолог поставил правильный диагноз и правильно провел те необходимые исследования, которые необходимо провести с этой опухолью, клиницист будет знать, что делать. Если этого не сделано, клиницист остается без понятия, что делать с пациентом, как правильно провести дополнительное лечение или, наоборот, его не проводить.